This is called shaka. Symbol, you know? This? The symbol. Symbol. Ah, mm-hmm. See? Mm-hmm. You know? Mm-hmm. Друзья, привет вам всем большой из Измира. Честно говоря, я немножечко уже подустала отдыхать, хоть я и обещала не работать, но, наверное, я где-то шутила. Я устала от пиздели, ничего не делания, бесконечных экскурсий. Я, кажется, уже здесь достаточно много всего посмотрела. И очень хочу вернуться назад к своим магазинам браслетов. Я реально по ним скучаю. Скучаю по какой-то деятельности, активности и зарабатыванию хотя бы 3 копеек, но самостоятельных. Что у меня нового? Да, наверное, ничего. Пару дней я немножечко приболела, у меня болело горло. Ничего интересного. Сходила, Силь меня свозил в аптеку. Он же мне помог там поговорить и купить лекарства. Я в последнее время стала замечать, появилось много комментариев по поводу Селима, кто это такой, что это такое, почему он появляется в моих видео. На самом деле, появляется видео, наверное, чтобы вам было интереснее смотреть их. Парню 28 лет, он моложе моего сына. Ну, если я скажу, что он мой друг, опять скажут, наверное, у нее все кругом друзья. Ну, такая вот я общительная. Я считаю, что он мой друг. Вот и все. Нам вместе весело, нам вместе смешно. Мы ездим туда, куда мне нужно. Конечно, я плачу за услуги его по развозу меня по счетчику. Никаких чаевых я ему не оставляю, потому что я считаю, что и по счетчику достаточно. Он не возражает, и вообще он всех так возит. И туристов, и не туристов отвозит, а потом забирает. Также точно по WhatsApp там люди пишут. Никакой для меня особой исключительности нет. Но единственное, что он мне помогает по всем вопросам, которые я прошу помочь, спрашиваю, он помогает. Все фотографируются. Очень красивая. Очень-очень красивая. Я даже рада, что у него такая идея возникла, чтобы мы сюда прокатились. На самом деле, я приставала-то на другую тему. Я просила помочь мне с велосипедом. Он просто не может... То был карантин, он не мог с туристом там останавливаться на пляже. Ой, ну, на набережной. То потом все время работал. Я несколько раз пыталась. Я спрашивала полицейских, я спрашивала там местных жителей. Я пыталась американскую карту кредитную и дебетовую свою вставлять. Ничего не получилось в результате. И я ему сказала, давай ты мне поможешь. Он говорит, а я понятия не имею, но я спрошу. Ну и потом вроде как он вместо велосипеда сказал, куда-то прокатимся. Так что мы сегодня с вами прокатимся и прогуляемся. Я почти все дни во второй половине дня. Традиционные турецкие булочки. Вот зеленый лежит, это такой острый перец. Селим тоже мне покупал однажды на завтрак. Ну, кажется, себе и мне. Принес вот такие булочки. Очень вкусные были булочки. А это их традиционные бублики. Thank you. Здорово, здорово, здорово. Я даже рада, что я сюда попала. Даже не знаю, в какую сторону лучше пойти. Везде все так интересно. Очень много традиционно одетых женщин. Вот можете посмотреть. Интересно. И современно одетых тоже очень много. Да, я, честно говоря, первый раз вижу такое скопление людей, сидящих на газоне, на траве с семьями. Первый раз. Вот посмотрите, я уже сколько в Измире. Думала я там. И там уже все посмотрела, и тут все посмотрела. Вот такой первый раз. Вы знаете, на той набережной, которая находится возле отеля, где я сейчас живу, там на этом газоне 99% молодежь. А
вот здесь что интересно, здесь обычные турецкие семьи, средний возраст. Даже вот сразу как-то по-другому смотрится, так серьезно. Удивительно. Очень интересно. Вот такое ощущение сразу. This is good. I don't know what you use. This is good. This. Да. Okay. Stop. Ну да. Сейчас что-либо еще? Şu bir, şunlar, hangisi? Şu. Sosis. Şu ve şu. Bir tane de fırında kaşar, bir tane de sosis. Sosis, bu, bir de bu. Geldi. İtalyan, dubla, Meksikalya. Tamam. Ben de sosis. Есть пирочек подул, как замечательно. Я вообще-то не голодна, я дома яичницу съела. Но раз угощает, надо попробовать. Когда еще приведется? Попробовать турецкой крошки, картошки. Beni sensiz bırakma yar.